на хип-хоп, но там танец. Такой мы и здесь танцуем на хип-хопе. На хип-хопе я такой же танец танцую. Со тренером она добрая. Она очень хорошая, она учит нас хорошим всем. И мне она нравится. Даже умная. В этом году мы меняем стереотипы о гимнастике, и даже с самыми маленькими детками я решила поменять концепцию и дать не просто гимнастику чистую, а немножечко что-то поинтереснее. Они будут танцевать в разных современных направлениях, это будет и хип-хопа немножечко, и контемпа, и гимнастика будет. У них будет классный заводной танец, хочу, чтобы вся публика вставала и вместе с ними танцевала, чтобы это выглядело классно. Они будут немножко такими уличными бандитками, которые хотят и бродят по улицам Нью-Йорка и хотят заставить всех людей потанцевать вместе с нами.